30 домов газифицируют в Подрезково. Такое решение было принято в ходе встречи жителей с представителями администрации и специалистами из ЖКХ. Это стало возможно благодаря новой программе «Социальная газификация». Везде, где к границам подведен газ, дальше этот газ будет уже подводиться непосредственно к домовладению. Поселок Форелевое хозяйство остался единственный в Подрезково, к которому еще не подведено голубое топливо. Всего по программе порядка 300 тысяч жителей Московской области смогут газифицировать свои дома. К сожалению, в течение последних 5 лет на все наши запросы о проведении сетей газоснабжения нам поступали отрицательные ответы. И в этом месяце пришла хорошая новость, что наш квартал готовы включить в программу социальной газификации. Мы для этого встретились с жителями, дали разъяснение по этой программе. Газификация будет проходить в несколько этапов. В программу включены все населенные пункты Подмосковья. Главное условие – дом должен находиться на территории ИЖС и состоять на кадастровом учете. Также в социальной газификации будет входить полный пакет услуг. Это ввод от границ участка до цоколя, фасад, вход в дом, установка котельного оборудования, газовый счетчик и обслуживание, годовое обслуживание на это оборудование. Ну, также и газовая плита. Встречи будут проходить в городском округе до конца июня. Кирилл Петухов, Руслан Сафин, новости Химки ТВ. 409.